Вот целительство, о котором ты говоришь. Истинное целительство – это разбудить человека на работу над собой. Научи его, самого себя, исцелить. Это самое истинное целительство. Не быть проводниками там какими-то там, или там, знаешь, руки накладывающим каким-то человеком. Научи его, как себя исцелить с помощью знаний. И когда тебя спросят, многим ли ты помог, то скажи, помог лишь одному. Пусть этот один будешь ты сам. Этого достаточно.